Сегодня в программе чемпионата Европы по шорт-треку квалификационные заезды. Их провели как мужчины, так и женщины. Пока боролись не за медали, а за выход в финальную часть турнира. Официальный старт соревнований запланирован на завтра. На лед айсберга выйдут спортсмены из 30 стран. Они разыграют 12 комплектов наград. В забегах на дистанцию 500, 1000, 1500, 3000 метров. В эстафете на 3,5 тысяч метров, а также в многоборе. Кстати, российские спортсмены, несмотря на отсутствие в команде лидеров Виктора Анна и Софьи Просвирновой, вправе на домашнем чемпионате рассчитывать на самые высокие места. На предыдущем чемпионате Европы в Германии россияне выиграли общекомандный зачет с результатом 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. Безусловно, я бы хотел показать максимальный результат. И, безусловно, мне бы хотелось выиграть, иначе зачем я здесь? Но, опять-таки, кто заслужил, то, что наработал, кто более честно относился к своему труду, тот и получит по своим заслугам, ни больше, ни меньше. Вообще, принимать чемпионат Европы по шорт-треку для Сочи – это большая честь. Ранее, в 2003 году, турнир этого уровня принимал только Санкт-Петербург. Итак, официальное открытие чемпионата Европы состоится в субботу, 23 января. Поболеть за наших или просто понаблюдать с трибун айсберга за этим зрелищным видом спорта могут все желающие. Билеты в кассах еще есть. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.